Девочки просили показать, как смотрится красная шапка с красной курткой. У нас даже споры начались, кто говорит, она сольется, кто говорит, не сольется. Итак, я вам сейчас покажу, а вы посмотрите. Мне кажется, неплохо смотрится. Итак, давайте смотреть дальше. Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, улица Просвещения. Смотрите, какой пришел нам фэри. Сочный лимон, 1 литр, 350 миллилитров. 50% выгоды. И стоит он 146 рублей. Или 149, не помню. 146, наверное. Ваниш, пятновыводитель, не содержит хлор, 500 грамм, для цветных и белых вещей. Розовая упаковка и для белых вещей, белая упаковка. 500 грамм, как я уже сказала, 77 рублей. И такой ваниш. Кристальная белизна, не содержит хлор тоже. Белое, еще белое. Эффект холодной воде. Эффект в холодной воде. Тоже 99 рублей 450 миллилитров. Вернее, не тоже. 99 рублей 450 миллилитров. Прокладки. Ежедневки. Изготовлено в Корее. 20 штук в упаковке. И вот такие еще. Оба. И этот XL. А вот чем отличаются? На этой упаковке есть вот такая вот наклейка. На русский язык переведено. А на этой упаковке нет. Наверное, они ничем не отличаются. Здесь какие-то нарисовано что-то другое. Наверное, что-то все-таки какое-то есть отличие. 77 рублей. Завезли опять много ковриков для ванны. Для ванны и туалета. 199 рублей. И сделано как в виде гальки на песке. Так, этот рисуночек другой немножко. Неплохие. Мне кажется, для туалета немножечко маловато. Так, размер, значит, у нас 40, 60 на 40, а маленький 40 на 30. Расцветки разные. $199. Опять нам привезли гарнитуры кухонные за $199. И игровые наборы здесь. Маленький повар тоже разные. За $99. Научись готовить сам от 3 лет. И посудка. В посудке даже терочка есть. За 99. Опять новые сквиши. Большие в виде совы. Огромные. Сова, значит. И вот такая вот. Такой олененок. $77. Игрушка, мялка. Сейчас я нахожусь уже в районе вокзала в Фикс Прайсе. Смотрите, какие красивые блокноты со сквишем. Разнообразные. Очень много различных рисунков.
и с клубничкой за 199. Блокнот со спонжем 96 листов. Ариэль. 1,5 килограмма, насыщенный цвет, 149 рублей. Вот такой вот мне надо взять. 149 рублей за 1,5 килограмма, совсем недорого. И тайт. 1,2 килограмма, 99 рублей. Насыщенный цвет, значит, колор для цветного белья. Если сравнивать, вот смотрите, Ариэль автомат. 450 грамм. Стоит 77 рублей. А это 1,5 килограмма за 149. И еще такой ваниш. Удаление пятен с первого раза. 450 миллилитров. 99 рублей. Какие тарелки интересные за 55 рублей. Восемнадцать сантиметров. И такая вроде недорогая. Так, давайте посмотрим, есть какие надписи другие или нет. Нет, все надписи одинаковые. А вот, кстати, что здесь написано, я не знаю. А это плоские тарелки за 77. 24 сантиметра. Чашки 340 миллилитров за 77 рублей. Различный рисунок. Рисунки от консервов. Или сгущенное молоко, или кукуруза, томаты. За 77 рублей. Суповая тарелка. Ничего себе. На салатник больше похоже. 17,5 сантиметров. Вулкан, графит за 77 рублей, люминарк, а также плоская тарелка за 55 и салатник 13 сантиметров за 55, малюсенький, салатники за 99. За 77 привезли опять в виде рыбки, посуда из натрия и кальция из силикатного стекла, тарелка Марии, тарелка Марин, много тематичных кружек с мышатами. И не только, просто новогодние. Все равно мне вот такая посуда нравится. Хорошо сделано, молодцы. И она не сильно хрупкая. И бокалы для шампанского, и для стаканы всякие для виски, и для водки. А эти больно хрупкие, по крайней мере, на вид. Очень много бокалов, вернее, чашек. Они чашка же называют здесь. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока!